Всем привет, меня зовут Шамбо, это прохождение игры Risen. Точнее, скорее всего, будет финальный ролик. Мы сейчас должны будем сразиться с Мендозой, а после него, скорее всего, с Титаном. В прошлой серии мы собрали все доспехи и, собственно, все. С трудом нашли последний храм, в котором оставался кусочек доспеха. Также без записи я побегал, попытался выполнить два задания, которые у меня зависли. Первое — это поговорить с мастером Люмаром, но это задание вообще никак не хочет выполнять, ни при каких условиях выполняться. А второе — это с друидом, расскажи друиду о храме. В общем, я прочитал еще одну колонну на входе, я ее пропустил, и думал, надо будет сходить к друиду, с ним поговорить, но нет. Просто друид говорит: всего тебе доброго, или свою любимую фразу: береги себя, вот. И никакой рассказ не хочет слушать. Видимо, так ему необходим. Так уж, Сигор, а что Мендоса здесь делает? Ты вернулся. Ты достал доспех? Да. Да. Я все нашел. Хорошо. Всему свое время. И сейчас настало твое время. Ты готов встретиться с Титаном, чтобы снова заточить его в ловушку. А его выпустили? Что мне нужно делать? Иди к воротам. Титан скоро попытается покинуть свою темницу. Ты должен остановить его. Хорошо, но там инквизитор стоит, поэтому призовем Фреда. Кроме того, мы подобрали молот Титана, а что-то мы его не используем. Он же не требует ничего вообще. Просто урон 120 и дает сразу 6 сил. Непонятно почему. Окей, сохраняемся еще раз. А еще раз. Возможно, я говорил это до этого, возможно, нет. Я финальный ролик никогда не смотрел, потому что с Титаном это очень неудобный бой, и нужно прыгать по долбанным платформам там. В общем, все увидите. Я знал, что ты вернешься. Но уже слишком поздно. Врата закрыты. Титан восстанет. Только если я не справлюсь. Хочешь сразиться с Титаном? Ты упустил из вида один факт. Ты не сможешь даже увидеть Титана без этого окуляра. Тогда, полагаю, мне придется его забрать. Ты носишь доспех Урсагора. Но тебе не хватает воли к победе, а поэтому ты умрешь, подобно прочим. Ну это ты заблуждаешься. Так, Фред, давай, защищай меня. Ай, ух ты, какой у тебя мощный удар, инквизитор. А ты не просто так там стоял, ничего не делал. Так, Фред, давай, танкуй. Нет, ему все равно. А Фреда ему пофигу. Стоять. Совершенно. Готово. Я ему в голову последней стрелой попал. Посох с двумя лезвиями. Инквизитор Мендоса. Окуляр делает скрытые вещи видимыми. Блин, это, конечно, интересно. Может, в игре есть что-то еще невидимое, но сомневаюсь. Кольцо мощи. Черепур. Я думал, череп Мендоз. Хорошо, забрали окуляр. Мне теперь его надеть надо. Да. А шлем этого... Как его зовут? Сигора мне не нужен, видимо. Мне нужно Покажи, подумать, как я выгляжу. Оставь меня. Нет, надо посмотреть, как мы выглядим с этим окуляром. Добежим до трона, еще раз на него сядем. Посмотрим, как мы выглядим. Ну, не знаю. Хотя прикольно, почему нет. Так, Фред, хватит мной любоваться. Пошли убивать теперь Титана. Пополним запасы наши. Сохраняемся. Естественно. Финал.
Да, конечно. По-русски. Фианал. Ладно, согласен на такое. А череп Орсигора. Ключи, ключи. Вот оно. Открылось. Ну, пойдемте. О, я одел шапку. Упс, упс, упс. Ну, ты не такой здоровый, Титан. Чуть повыше меня, но раза в два. В смысле? Так, надо внимательно, во-первых, смотреть вот эти печати. Тут проваливается пол. То для меня очень неудобно. А нужно его еще бить. Титан. Так. А... Отходим куда-нибудь. Так, этот круг отвалится сейчас. Ай. Мы упали, этот круг проваливается. Сейчас этот круг тоже провалится. Прыгаем. Давай, падай. Так, мы упали, и сейчас мы можем тоже провалиться. А, держись. А, я выдержал. А, лечимся. Лечимся, я сказал. А, сюда. Так, ничего не проваливается. Так, где я стою, проваливается? Мимо. Черт, это плохо. Так, это держится, нам нужно отойти лучше. Очень неудобный бой. По факту он не требует от нас никаких умений и навыков. Так, бежим. А, бьем. Не удалось. Стоять. Стоять. А, прыгай. Спасаемся. Зелье. Я тебе должен хоть раз победить в своей жизни. Все, сейчас если не успеем встать. Успеваем, отлично. Так, падай ты, паскуда. Все, мощно бьем. Хорош. А, прыгаем. Куда прыгаем? Сюда? Нет, сюда. Успели. Так, надо снова бегать. Так, ты свалился, отлично. Замечательно. Так. А. Вот сюда. Упс. Так, это ломается сюда. Это не замигало, теперь замигало. Лечимся обязательно. Ах. Давай-ка я сохранюсь. Я очень далеко зашел. Очень-очень далеко. Окей. Так, убегаем. А, блин. Блин. Успели. А, наверное. Стой. Я сбил его. Да, я сбил. А, бей. Черт. Нет. Блин. Ну это просто глупый бой очень. Тут бой именно на координацию движений. Не требует ни владения, ни луком, ничем. Просто бьешь. И повторять так нужно очень много раз. То есть на прокачку вообще параллельно. Вот меня загрузит в то время, как загрузится картинка или же нет. Так, успели. Так, еще раз убегаем. Успеваем. Это мигает уже или нет? Да, мигает. Успел. Не знаю. Отвратительно. Лечусь. Я в тебя попал. Ох, вот это плохо. Прыгаем. Падай, паскуда.
Так, еще отразили удар. Опа. Что ты застыл? Ну, швыряйся, сейчас я в тебя все попаду. Попал? Да, отлично. Еще раз получил по башке. Так, что у нас проваливается? Вот это стоит на месте. А мы тоже стоим на месте. И проваливается под нами, вроде нет. Так, вот теперь проваливается, отходим. Ах ты, гадость такая. Не успел. Не дерзи. О, стой. Стой, 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 стой. Опа, отпрыгнуть успели. Лечимся. Лечим. Ай. Для меня это невыносимый бой. Вот дайте боссу, пожалуйста, много хп, чтобы у него были какие-нибудь сложные атаки. Но вот эти прыжки, я не умею прыгать. Я никогда не умел прыгать по таким платформам. Так. А, не помню, мигает что или нет. Ой. Блин, достань свой топор. Так, попали в него? Нет. Стоим на своем. Ты помри-то уж наконец. Вот он нас сейчас столкнет, скорее всего. Он вблизи именно так наступает жестко. А куда я спрыгнул? Я спрыгнул в «до свидания». В общем, нужно как можно дальше стоять и провоцировать его атаки. Атаки вот этими шариками. Но это не серьезный реальный босс. Это сколько мне его так долбить, неизвестно. Я ни разу его не побеждал. Я, в принципе, раньше, когда проходил Risen, один раз до него дошел. Офигел от этих платформ. Я игру прошел. Титан, давай, до свидания. Кидай в меня свои сферы. А можно я тебе и с луком буду расстреливать? Да вот мы отразили стрелы. Он получает по башке. Мы уходим. Так, сзади безопасно. Ух ты, я даже луч перепрыгнул. Да я крут. Что это на меня нашло? Хорошо. Станем щитом и сохранимся. Нужно много сохранений. Так, не проваливается ничего. Ладно, волну схавали. Теперь кидай сферы свои. Я попал в тебя великолепно. Возвращаемся назад аккуратненько. Накидай свои сферы, тупые. Опять же, замечательно. Аккуратно назад. Опа. Давай, сферы, сферы, сферы. Да, молодец. Подо мной мигает или нет, не понимаю. Опа. Не перепрыгнул. Ну ладно, я и так до этого постарался великолепно. Так, не задел тебя? Нет. Ну ладно, сейчас время подлечиться, чтобы. А, подлечиться и... Ой, какой ты молодец. Твою ж. Сначала он меня откинул на эту платформу, а потом я не смог запрыгнуть. Да, быстро контраковал. Отвратительно.
Так, где я остановился? Так. Кидай у меня свои сферы. Ну. Молодец. Обей. Так, надо сюда. Нет, подальше отойти. Ну, кидай свои сферы. Луч. А прыжок. Отлично. А сохраниться обязательно. Просто жизненно необходимо. Он очень долгий какой-то. Так, это отваливается. Давай помри. Блин. Нам нужно запрыгнуть, успели. Замечательно. Получи по башке. Да сколько ж можно? Хорош. Еще не все. Так, надо сюда встать. Прыгаем. Ну, почти удачно. А, вот сейчас очень неудобно будет его бить. А, не будем рисковать лучше, а сохранимся. Хотя нет, почему неудобно? За нами платформы ломаются. Окей. Топнул ножкой. Кидай свои сферы. Не вовремя. Ну ладно, лечимся тогда. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, снова отходим. Луч. Не пережили. Блокировать. Мимо. Успел. Хорош. Ты показали по его хп для приличия хотя бы. Ох, тут ломается. Так, вот это неудобно, но попробуем. Так, прыгаем и на самую даль отходим. Сохраняемся. Иначе, если с самого начала начинать, я с ума сойду с ним. Облочим. А нет, это луч. Он пойдет. Так, появились. Хорош. Ты когда ты подохнешь уже? Все? Отлично. Я смог. Но честно, могли бы сделать и получше босс. А где вот у тебя окуляр на глазу? Усталый герой возвращается на остров и нам расскажешь, что будет дальше. В течение многих веков люди были рабами богов. Когда исчезли боги, появились титаны. И человечество было обречено на гибель.
Если что, у меня сейчас тоже черный экран. Удалось уцелеть. Один человек осветил одному острову. Другим. Пламя надежды загорелось ярче солнца. Человечество восстало. Ну и, собственно, пошли титры. В целом, по игру оценил бы, но не на восьмерку. Нет, все-таки на восьмерку, потому что очень уютная, комфортная, навевает мыслями о той же готике, которая мне очень нравится. Да, система боя не так продумана, камера очень деревянна. Финальный босс меня разочаровал. Кроме того, еще меня разочаровало то, что вот мы собирали все эти доспехи Титана, части, а выковали и ради чего? Ради того, чтобы просто стоять в блоке с самим боссом или ради боя с одним инквизитором Мендоса? Да, конечно, если я проходил иначе игру, можно было собрать все эти доспехи, потом пройтись по всему острову, зачистить его весь, повоевать на максимальных доспехах, но как-то могли бы что-нибудь еще перед боем с Титаном добавить, например, у этих людей ящериц был бы какой-нибудь их главарь. И раз мы захватили их центральную постройку, но не центральную, а преподнести так, чтобы они типа охраняли этого Титана или были там, а где-то был еще скрытый храм, оттуда они вылезли воевать с их королем, который необходим был для того, чтобы открыть. Но в любом случае, можно было хоть что-нибудь напридумывать, чтобы дать игроку возможность побегать в максимальном снаряжении подольше еще. А так мы непонятно ради чего собрали этот доспех. По факту нам нужен был только отражающий щит и молот и все. Ну, кроме того, на бой с боссом вообще не влияет наша прокачка, кем мы были там. Лучник, мечник, маг. Получай топор, щит и сражайся. Это также не особо, но в целом игра очень приветливая, хорошая. Мне понравилось. Насчет второй и следующих частей, я не знаю, у меня видеокарта Intel, а Nvidia не работает, новый ноутбук, соответственно, приобретать никакой возможности сейчас нет. Кроме того, благодаря курсу валюты нормальные ноутбуки очень неплохо стоят, поэтому посмотрим, может, вторую часть Reason я и запишу, но явно не сейчас, возможно, после Нового года. Посмотрим, но хотелось бы продолжить эту игру. Здесь вторая часть будет также неплохо, хотя все, что знаю я о той же второй части, это то, что она происходит на каких-то островах, и мы как бы пират. Видимо, с Петти гоняем по той карте сокровищ, которую оставил папаша, не знаю. Ну, в целом, давайте сейчас скипнем титры и попробуем просто из другого оружия пострелять в Титана, получится или нет. И диалоги, например, мы восстановили доспех, я не смотрел диалоги ни с Карлосом, ни с Эстебаном, ни с Петти. Давайте так и поступим. Так, загружаем до финального ролика. Вот Фианал, загружаем. И сейчас подеремся. Попробуем поговорить с Петти, вот где она осталась. А я даже не знаю. Наверное, в Харбортауне. Поэтому сначала к Дону и Стебану, может, он может. Или Инквизитор. Хотя к Инквизиторам я в такой амуниции полной подходил, им вообще параллельно было. К тому же Карлосу можем рассказать, что типа Мендоса помер. А телепорт — лагерь бандит. Может, хотя бы это продумали, а может и нет. То есть, по факту, самая интересная часть игры — первая и вторая, когда мы еще не знаем ни про план Инквизитора, идем еще собирать диски, более-менее интересно, а дальше остается просто точечно... Зачем ты мне докучаешь? Понятно. Точечно добраться до храмов, забрать части снаряжения и перековать все. То есть к концу игра очень ускоряется сильно. Не знаю, как это связано, возможно,
с бюджетом разработки, возможно, с другими вещами. Но что-то очень-очень быстро пошло. Может, идей просто не хватило. Так, Карлос, привет. А тебе параллельно, что у меня тут окуляр? Видимо, да. Но поначалу очень весело и здраво развивались события. Я, например, проваливаюсь сквозь текстуры, опять же. Защита от той же магии, которую мы в этом доспехе получили 40-40. Вот от кого она нужна? Защита от огня? Окей, жрецы ящеров. Жрецы ящеров, сколько мы их встретили? Ну, за всю игру штук 20, если в лучшем случае. Защита от льда, упыри. Также не так много. Защита от магии. В нас магическими стрелами вообще никто не стрелял. Ну, либо упыри — это дыхание является магическим. Все, то есть... Также как-то... Мне кажется, игру просто не совсем доделали. Много вещей осталось не рассмотрено. Так, Пэтти, ну ты хотя бы что-нибудь скажи мне хорошее. Если ты вообще тут сидишь. Нет, Пэтти тут нет. А где она тогда может быть? У западных руин? Сбегаем туда, почему бы нет. Крысы! Да не ругайся ты, герой. Про самого героя мы также не узнали его предысторию, кем он был до того, как оказался на корабле с Мендосой. Та же Сара нам ничего не рассказывает, вообще просто выпала из истории. Мы отвели ее на ферму и все. Пэтти, ну скажи. Возвращайся к вулкану. Тебе предстоит принять важное решение. А, хорошо, но там никаких особых решений у меня и нет. Вот, в общем, никаких напутственных слов мы не получаем. А загрузим также бой с Титаном. Ну, допустим, вот этот. Попробуем в него, например, пострелять из лука. Он не будет получать же урон, я правильно понимаю? Если он не будет получать, то это действительно, на мой взгляд, косяк разработчиков. Так, что тут проваливается? А, я... В смысле? То есть я не могу даже оружие сменить? Вот я кликаю на два упора. Нет, я могу сменить. Допустим. Перепрыгнул. Нет, вообще урон ему не проходит. А если мы его собьем с ног вот сейчас... Не сбился. Опа. Так, ладно, на этой волне мы упали. Лечимся. Ай-яй-яй-яй-яй. Не сбился опять. Так, вот должны сбить. Нет. Что ты не можешь отразить нормально? Кидай, и я тебя попробую из лука стрельнуть, пока ты... Ошеломлен. Так, да. Смотрим. Нет, урон не проходит. Только урон из топора. Но дальше смысла продолжать нет. Мы его уже побеждали. Поэтому загрузим предпоследнее сохранение. И остановимся, сидя на троне, как нормальный король. Но мы сделали все, что могли. Мы спасли этот остров. При этом в эпилоге рассказывал, что... Один остров уцелел, то есть, а все остальное не уцелело, как-то странно. Пошли делать продолжение, хотя Reason это вроде как проект Пираньи был на тот момент, когда они потеряли готику, и особо других вариантов у них развивать событий не было. Может, они все так же надеялись, что вернется готика к ним, но не знаю. Так, остановимся на золотом троне с окуляром в глазу. Итак, всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. В комментарии также можете посоветовать, порекомендовать
сборку для первой и второй готики, вот их я хотел бы пройти очень сильно, но именно нормальную сборку, без каких-либо сторонних модов, переработок, так что готика перестает быть готикой. А на этом все. Сидим как короли и наслаждаемся. Мы прошли эту игру, возможно, когда-нибудь еще вернемся. И отыграем единственный вариант, который я не проходил, а именно за Дона и с оружием ближнего боя в руках. Все. Всем спасибо, всем пока.